Здравствуйте. Мы бы рады приветствовать вас в спортклубе «Жимстайл», в спорту «Мистиен». Я Ирина Терновая, и это мой подопечный Богдан Петренко. Привет. Сегодня мы поговорим о разных методиках. Рост мышц – это реакция нашего организма на физический стресс. Однако в результате однотипных нагрузок мышцы могут адаптироваться, в результате мышечный рост может остановиться либо замедлиться. Чтобы такого не происходило, необходимо иметь в арсенале различные методики. Они помогают формировать новые мышечные стимулы к росту. Одна из таких методик – это комплексные сеты. Комплексный сет – это выполнение двух упражнений для одной мышечной группы подряд. И сейчас Богдан мне поможет продемонстрировать это. Первое мы возьмем плечи. Мы возьмем плечи и сделаем первое базовое упражнение, вслед за ним второе добивочное на среднюю дельту. Можно выбирать упражнения, которые будут прицельно бить, допустим, в одной мышечной группе на одну и ту же часть. Мы сейчас берем среднюю дельту. Можно выбирать упражнения, которые будут затрагивать мышечную группу, но с разных сторон. Допустим, передняя дельта, средняя дельта, либо передняя, задняя дельта. Сейчас мы прицельно ударим по средней дельте. Первое мы делаем. Жим за головой, штанги. Вперед. И сразу приступаем к махам гантелей в стороны. То есть первое базовое тяжелое упражнение и второе добивочное. Локоточком тянем, вот так. Следующий комплексный сет для трицепсов. Мы по 5. Первое берем базовое тяжелое упражнение, это жим штанги узким хватом. И второе у нас будет разгибание канатиком. Поехали. И теперь комплексный сет для груди. Мы будем прорабатывать низ груди, отжимания на брусьях, и верх груди, жим гантелей на наклонной лавочке. Вперед! Комплексные сеты относятся к категории интенсивных тренировок, поэтому применять эту методику следует редко в качестве шоковой терапии для наших мышц. Поэтому растите, занимайтесь спортом, будьте здоровыми, смотрите нас на канале. И кушайте правильно. И кушайте правильно. Всего доброго.